Итак, друзья, всем привет. Я сейчас нахожусь в 3 метрах от моря. Надеюсь, сильно оно вас не будет заглушать. Я работаю без микрофона. Но мне кажется, очень будет приятно многим послушать шум моря. Да, поговорить с морем. Так что буду говорить, рассказывать медленно, стараться, с паузами. Будем слушать с вами море. Проведем такой эксперимент. Важные новости. Первая новость – это изменение правил получения вида на жительство в Турции. Оно заключается в том, что теперь вид на жительство, то есть ИКМЕД, дают на полгода, и вам необходимо будет иметь на руках российский паспорт, чтобы открыть счет в банке, в турецком банке, и положить туда сумму, примерно, вот сумма сейчас неизвестна, но эквивалент $1000 в месяц. То есть на полгода вы должны положить $6000 на человека, чтобы получить вид на жительство. Многие говорят, что такие эксперименты раньше делали, и такие правила вводили и отменяли, но сейчас посмотрим, отменят их или нет. Но теперь ВНЖ, кто не успел, теперь ВНЖ будет получить трудно. Так, лазейка прикрывается. Так, далее. Какие у нас новости? Все продолжают говорить о ценах. О ценах на продукты и, самое главное, о ценах на электричество. Самое главное, ценах на электричество. Вот недавно, в течение недели, Эрдоган анонсировал, что снижают ставку НДС на 7%. Это, конечно, круто, идут навстречу народу. Вот, но и надеюсь, что что-нибудь положительное, позитивное они сделают с ценами на электричество, потому что это уже что-то невероятное. Вот, за себя скажу, я платил в декабре 180 лир, в январе 475 лир доплатил, и сейчас вот за февраль, за половину февраля мне пришло 603 лиры. Вот, хотя я кондиционером уже перестал пользоваться, да, в январе пользовался 2 часа перед сном включал, и все. Там, ну, у меня на газу все работает, и больше электричества там я не использовал активно. Инфляция у нас здесь продолжается, пытаются с ней бороться как-то. Власти. Ну, посмотрим. И третий момент. У нас открывается туристический сезон. Погода плюс 21. Вот вчера было все чуть прохладнее, но тоже где-то 18-18 есть. В ближайшие 2-3 недели до конца февраля ожидается солнечная погода, дождей больше не будет. Потрясающие закаты у нас. Можно ездить на экскурсии, гулять. В общем, я вас приглашаю сюда, в Аланию, в Турцию. Сезон открывается, и пока низкие цены, бронируйте туры, в том числе через мое турагентство. Пишите. В общем, здесь круто. Здесь все равно лучше, чем на севере. А еще одна новость. Все пляжи в Турции обустраивают, перестраивают все кафе. Вот я сейчас повторяю сделать аэросъемку, и все кафе сломали, которые были, и все будут делать под один стиль, под какой-то один стандарт. По всему побережью, от Алании, от центра Алании, от пляжа Клеопатра до Мухмутлара, то есть все кафе будут одинаковые. Интересно, что из этого выйдет. И самое главное, успеют ли они к началу высокого сезона, то есть май-июнь. Посмотрим. Задавайте свои вопросы, пишите комментарии, бронируйте туры к нам и не только на море. Увидимся, пока.